Вот это одна из немногих точек, высоких точек именно гор. Вот там буквально ресторан находится. Там готовят очень вкусное мясо, шашлык. Видите, башни буквально везде находятся, некоторые из них реставрируются. Вот это. Их очень много, они повсюду. Самое интересное, что основная масса башенных комплексов располагается на высоте, на подъеме. И мало вот таких вот башенных комплексов, которые находятся в низине. Также можно увидеть тоже разрушенный храм. Очень много могильников. Могильники, как говорят, туда уходили умирать. А, уже старые люди, такие могильники, я, наверное, покажу чуть позже, они находились немножко в стороне от основной массы башенных комплексов. Им туда приносили еду, но вот люди как бы умирали там.